В районе Бытерек активно развивают животноводство. Благодаря господдержке фермеры увеличивают поголовье скота, открывают свое дело и развивают бизнес. Житель поселка Янайкино Ермеккали Тулегенов вот уже несколько лет занимается животноводством. Чтобы увеличить поголовье, сельчанин воспользовался государственной поддержкой. Получил 2,5 миллиона тенге кредитных средств и закупил 8 голов племенного скота. Приобрел казахскую белоголовую, привез их с поселка Жемпиты. Почему именно эту породу? Потому что она мясного и молочного направления. В будущем хочу еще увеличить поголовье. У Аслыганым Хангиреевой тоже свое хозяйство. Когда-то для развития животноводства она воспользовалась поддержкой государства. Только вот в эту зиму Аслыганым пришлось сложно. Ощущалась острая нехватка кормов. Единственная проблема с кормами. А так дела в хозяйстве идут хорошо. 4 коровы скоро отелятся, другие уже стельные. Нынешний год, надеемся, будет плодотворным. Чтобы не допустить этой проблемы, в следующую зиму руководство района предпринимает ряд мер. Например, сельчанам будут предоставлять сенокосные угодья для заготовки кормов. Наша цель впредь не допустить такой ситуации. Совместно с руководством района мы разработали план. У нас есть 640 гектар свободных земель. Их мы можем предоставить нашим сельчанам под сенокос. Население мало тех, кто воспользовался государственной поддержкой и успешно развивает бизнес. Так, программа «Еңбек» нацелена на поддержку малообеспеченных и многодетных семей, которым дается возможность открыть свое дело. Альбина Кумургалиева, Тарас Кажимов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.